Я очень захотел научиться рисовать чужие мысли. И я думаю, что сейчас я попробую снова это проделать. Но мне понравился человек, который действительно умеет думать, умеет мыслить. Ну, конечно, это я. Вам когда-нибудь удавалось пару минут ни о чем не думать? Только когда сплю. Я когда сплю тоже. Дана спит по 2 минуты в сутки. Это новейшая методика. Нет, это просто талант. Как правило, человек думает сразу о многих вещах одновременно. Поэтому я чуть-чуть упрощу себе задачу с помощью вот этой вот колоды карт. Я попрошу вас в любой момент остановить меня, сказать «стоп», когда я буду их пролистывать. Угу. Хорошо? Вы готовы? Да. Поехали. Стоп. Здесь, да? Замечательно. Я попрошу вас взять эту карту, вытянуть, запомнить ее, разумеется, и положить лицом вниз на стол. Теперь, Дана, вы должны будете изобразить эту карту у себя в голове. А я, скажем, нарисую ее у себя на руке. Хорошо. Вы готовы? Да. Тогда начнем. Так, ну, у меня начинает получаться, но я прошу вас не отвлекаться. Итак, карта почти готова, но, к сожалению, у нее пока что нет лица. Сейчас мы это исправим. Подождите. У меня, понимаете, сейчас в голове вертятся красные туфли. Нет. Нет. Это не вы? Не я. Тогда красные туфли — это не я. Продолжайте. Это я, прости, старик. Вот они. Я почти закончил. Рисую как могу уж, простите. Так, кажется, вот так. Итак. Итак, ваша карта — это пиковый туз. Нет. Нет? Нет. Это не ваша карта? Нет, это не та карта, о которой я думала. Все нормально. Я на самом деле рисовал не вашу карту. Я нарисовал совсем даже не карту. Это колода карт. Целая колода карт. Здесь 52 карты, и одна из них ваша. Да? Да. Все так просто. Такой фокус и я могу. Кого показать. Я обманываю? Я не смог прочитать ваши мысли. Ну, я не знаю, почему так получилось. Но я не могу так закончить, потому что я должен как-то реабилитироваться. Я постараюсь. Смотрите. Класс. Ага. Четверка пик. Твою мать! Это ваша карта? Да, супер!